выводить будет. Точно будешь выводить его. Точно. Смотри, какая красивая. Честная пионерская. Честная пионерская. Да, баба, давай. Честная зубовская. Давай возьмем. Возьмем. Пожалуйста. Выйди сюда. Иди сюда. Люка будет. Ты чё? Тихо. А как назовем? Не видно, да? Она же девочка. Так, а на улице я посмотрю. Только аккуратненько. Она рычит, гавкает, рычит. Ну, он видно. А, пасть черная. Пап, давай я подержу. Иди подержи. Тапки одень. Угу. Видно, что щенок еще такой, это. Как младенец вот, заторможенный. Иди сюда. Серьезно такое? Серьезная такая? Ну, такая, он сказал. Не он, такой он же. Ходит? Да, ест. Как его звать? Мы еще не назвали. А. Это он, да? Это она. Она? Да. Ох, скотинка будет. Скотинка. Димка, скотинка. А мама, папа, какие у него? Не знаешь, папа хаска, а Дина, Дина привыкла. А это мама немецкая овчарка. А мама немецкая овчарка. Ну да. Чё? Нет, ты видишь, ничего тут немецкого нет. Мать сама не хаска, чёрная. Мать хаска? Да. А я не знала. Ладно, возьмем собаку. Уговаривают меня взять собаку. А тут это, дома-то каждый день. Димон там. Димон поздоровался. В общем, пока будет дома жить, Валюха обещала выводить каждый день. Ладно, возьмем собаку. Так. А вот. Кто-нибудь заметил разницу, да? Качество видео. И все равно дома еще темно. Но это я снимаю, потому что с другого телефона в тот же день. В общем, пришли еще две посылки. Вот, только сейчас разобрали. Потому что у меня тут свет большой, вот здесь вот снимали недавно, распаковку снимали, опять еще одну. И через пару дней их надо было брать, вот этот штатив свой, дергается изображение. Через пару дней смонтирую видео, да, с распаковкой и покажу, что там. Я вообще обалдел нафиг. Ну... Спасибо еще раз Григорию. И еще один человек посылку добавил сюда вот. Но это я расскажу. Ладно. Кстати, не знаем, как собаку назвать. Вот Валя часа два уже думает, как ее назвать. Ну, хороший у нас. Большой вырастет. Думаю, большой. Большая. Он злой. Злая. Ты девочка. Да. Ладно, все. Всем пока.